Зимнее содержание дорог обсудили в ходе транспортного часа в администрации Одинцовского округа. Дистанционно участие в совещании приняли представители крупных дорожных компаний «Автодор» и «Мосавтодор». В зоне их ответственности важнейшие транспортные коридоры муниципалитета ЦКАД, Минское и Можайское шоссе. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов обратил внимание дорожников на низкое качество уборки снега. Также на совещании подвергли критике уборку эстакады в Жаворонках. От компании потребовали разработать и представить муниципалитету четкие планы по исправлению сложившейся ситуации.